Лорд Вейдер, такая неожиданность. Ваш визит — честь для нас. Можете оставить любезности, командир. Я здесь, чтобы вы снова шли по графику. Я уверяю вас, Лорд Вейдер, мои люди работают так быстро, как это возможно. Может быть, я смогу найти новые способы мотивировать их. Я говорю вам, эта станция начнет функционировать, как и планировалось. Император не разделяет ваш оптимистический взгляд на эту ситуацию. Но он требует невозможного. Мне нужно больше людей. Тогда сможете сами ему об этом сказать, когда он прибудет. Император прибудет сюда? Именно так, командир. И он очень недоволен вашим очевидным отсутствием прогресса. Мы удвоим усилия. Я очень надеюсь, командир, для вашего же блага. Император не настолько снисходителен, как я.